Алексейка, Алексейка пришел. Мама, маленький, кукубышечный, весь такой. И очень мягкий. Не жесткий такой, а мягкий. На. Ну, в квартире его держать нельзя. Его какие-то твари выбросили к мужу на наточку, где он как кормил котов. Мама маленьким совсем. И мы его, естественно, занесли в дом. Где-то час он оклемывался. После оклемания он просто начал разрушать дом. Лезть как альпинист, как скалолаз, везде вверх все сбрасывать. В общем, мы его вытолкали на улицу. Живет он на улице, но самое интересное, что он не ел корм. И он у нас чуть не умер с голоду, потому что у нас это 30 или 40 кошек на территории. Раньше я пипирепись вела, сейчас уже, знаешь, вот это 8 месяцев эти вообще даже не знаешь, что у меня. И мы думали, что он заболел, начали то ему уже хоть лишь бы чем накормить, а он все, вот труп. Он стал есть, он, оказывается, есть, потом я стала следить, смотрю, а он... Не есть. Вот это вот групповое содержание. Так, один ногу сломал, другого задавили, это третий сдох с голоду, четвертый цистит. И оно как круг, кто как писит, кто как какает, это же ужас. Вот так. Вот это же жизнь. Это не жизнь, а вообще ад.